Еще одно заседание, которое прошло в Доме правительства, было посвящено обсуждению работы Минфина Чувашии за 2021 год. Министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что прошлый год требовал принятия оперативных решений по консолидации дополнительных доходов в бюджет и их грамотному перераспределению для эффективного освоения. Проведенный комплекс мероприятий позволяет подвести итог. Консолидированный бюджет Чувашии при плановом дефиците исполнен с профицитом. Что касается общих экономических показателей, то здесь, скажем, динамика разнонаправленная. Что-то положительно мы отмечаем, в частности, практически восстановились и показали хорошие темпы оборот розничной торговли, сферы услуг, рост номинальной и реальной заработной платы, строительство хорошо развивалось, но вот индекс промышленного производства у нас с минусом, ну и объем инвестиций в основной капитал плюс 4%, наверное, не совсем нас удовлетворяет данный показатель. Чтобы удержать налогоплательщиков, смягчить влияние пандемии, Минфин Чувашии продолжил работу по совершенствованию регионального налогового законодательства. В частности, предусмотрена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе пострадавших отраслей. Снижены налоговые ставки и расширены возможности применения льготных режимов по упрощенной и патентной системам налогообложения, а также по налогу на имущество организаций. В целом доходы увеличились на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года. Собственные доходы выросли на 16,9%. Основной вклад внесли это налог на доходы физических лиц 16,5 миллиардов рублей, рост на 10,8%, что обусловлено ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2011 году на 11,4%. Налог на прибыль составил порядка 10 миллиардов рублей, рост на 17%. Акцизы составили 5,5 миллиардов, рост 17,6% к прошлому году. Большое внимание в 2021 году министерство уделяло обеспечению устойчивости бюджетов муниципальных образований. Бюджеты районов и городских округов поступили 36 миллиардов рублей с ростом к уровню 2020 года на 13%. В рамках проекта «Эффективный регион» министерством разработаны и реализованы 6 проектов по оптимизации процессов. Общая расчетная экономия, по которым в годовом выражении, составила более 2 миллионов рублей.